Всем приветики! Приветствую на своем канале «Щепот коня». Меня зовут Ольга. Купила я себе с зарплаты на Дзене вот такой вот телефон. iPhone-телефон. Прислали мне его в такой коробочке. Ну, конечно же, мы уже открыли посмотреть. Я просто сейчас покажу. Купила его по распродаже за 39 тысяч. 39 тысяч плюс 3400 я заплатила за таможню отдельно. Так, значит, подарок еще нам положили. Чехол вот такой вот прозрачный чехольчик, силиконовый. Также это, наверное, стекло тоже дали в подарок. Так, что нам еще дали? Ключ и вот такая вот коробочка. Взяла 11-й, такого вот нежно, такого нежно-сиреневого цвета, iPhone. У меня у дочки 7-й iPhone, вот взяли 11-й еще. Вот такая вот коробочка. У меня аж руки трясутся. Такая красота. Защитная пленка на нем одета. Я не буду снимать. Так, далее еще в наборе идут, значит, наушники такие вот. И зарядное устройство идет. Зарядка к нему. И коробка. Коробочка красивая такая. Как бархатная красота. Из инструкций, что могу сказать? Я, знаете, особо в технике не разбираюсь. 128 гигабайт здесь. 128 гигабайт – это память. Лезь память, да? iPhone 11. Apple. Как он включается? У меня никогда не было айфона. Тут какие-то кнопки. Обычно здесь кнопки. Тут кнопки. Немножко о преимуществах этого телефона. Что я могу сказать? Что у него очень большой и яркий дисплей. Также в нем очень мощный процессор и графический ускоритель есть. Ну, нужно будет выбирать здесь язык, да, русский выбираем, страну. А также здесь есть ночной режим съемки. А фронтальная камера умеет снимать широкоугольные фото. А также для улучшения самого фото используется машинное обучение Deep Fusion. Размер 6,1 дюйм. Имеется также защита дисплея. Это само закаленное стекло. Материал рамки металл. Разве? Да, стоит. Дизайн и корпус. Материал рамки металл. Металл, а сзади стекло. А сзади стекло. Да, материал задней панели, стекло идет. А вот этот вот корпус металлические стенки. Также iPhone 11 защищен от влаги. И это дает пользователю возможность снимать под водой на глубине до 2 метров.
Рамка, как я уже сказала, металлическая, сделана из алюминия. Это говорит о том, что iPhone 11 очень прочный. Спереди и сзади у него имеются стеклянные панели, которые тоже достаточно сложно разбить. В общем, весь он в закаленном стекле, и спереди, и сзади. В общем, удобная очень такая моделька. Камера-матрица у него идет 12 мегапикселей. Цифровой зум. Стабилизация у него имеется оптическая. Сзади имеются два сенсора одинакового разрешения, 12 мегапикселей. Но второй отличается наличием возможности сверхширокоугольной съемки, позволяющей поместить в объектив заметно больше объектов. Качественной съемке способствует оптический стабилизатор. Автофокус тоже отлично зарекомендовал себя. Что мне нравится, то что здесь 128 гигабайт памяти. Памяти здесь достаточно для того, чтобы можно было снимать видео, обзоры, там фотографироваться. Вот такой вот классненький. Взяла я вот такой светло-фиолетовый. Очень красивый цвет. Мне нравится этот цвет. Ну вот это... В принципе, все такие главные характеристики. Я уже не буду вдаваться в подробности и рассказывать, да, все характеристики этого телефона. Сказала самые такие главные, которые оснащен этот телефон. Ну, а самое главное, это, конечно, качество будет видео лучше, качество съемки тоже будет намного лучше. Вот такой телефон. У меня еще ни разу не было айфонов, никогда не было. Классный такой, гладенький. Взяли по хорошей скидке.